Бюджет Одинцовского района на протяжении последних лет имеет ярко выраженную социальную направленность. Поэтому исполнение его доходной части находится на постоянном контроле у муниципалитета. Грамотное финансовое администрирование позволило увеличить поступление в районную казну на 196 миллионов рублей. Благодаря этому Совет депутатов смог увеличить расходы на образование, создание доступной среды и благоустройство. Однако самый большой прирост пришелся на дорожное хозяйство. По развитию дорожно-транспортной инфраструктуры расходы на дорожное хозяйство увеличились на 152 миллиона рублей. Это средства других бюджетов, в том числе средства Дорожного фонда Московской области 129 миллионов рублей. По развитию инженерной инфраструктуры в муниципальной программе увеличились расходы на 50 миллионов рублей на предоставление субсидий управляющим организациям. В ходе сессии депутаты проголосовали за передачу двух земельных участков из собственности горского поселения в собственность Одинцовского района. На них предстоит построить важный социальный объект. Время передачи данных земельных участков в собственность обусловлено необходимостью осуществления строительства здания образовательного учреждения, а именно школы. Коллеги, вопросы, замечания? Это наша тема по строительству школы в поселке Горки-2. Мы изыскали возможности и сейчас из Горского оформляем два земельных участка, также еще агрокомплекс Горки-2 нам передает земельные участки. Мы выйдем в следующем году, я уверен, на строительство уже полноценного объекта. Также Совет утвердил передачу внутриквартальных дорог в собственность сельского поселения Никольское и принял решение, касающееся приватизации муниципального имущества, арендуемого предприятиями малого и среднего бизнеса. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».